И меня нет. Ах ты. Извиняюсь. В этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи. Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Всем здорово, дорогие друзья! Привет! Мы решили записать сегодня в Гаррис моде что-то очень прикольное и выбрали классную карту и режим гонки. Если пейте, кушайте, приятного аппетита! А мы начинаем гонять, веселиться и орать. Поехали! Выиграет самый лучший игрок. Можно толкаться, врезаться и с трассы вылетать. Я, например, уже один это сделал. Не знаю, зачем он это сделал, но было прикольно. Хорошо, хорошо, псих. Ты едешь передо мной, знаешь, что сейчас будет? Не знаю. Я так начинаю тебя гонять. А ты надо сначала машину уметь управлять, а потом уже и толкать. Ого. Пацаны, ребята, вы же не на того нарвались. Я же псих, водитель. Не умеешь ездить, не садись за руль. Ну я вижу, кто-то оторвался хорошо, да? У меня тачка. Я первый? Да ладно, нифига себе, я лупашу. Я первый. Или кто-то еще едет, я так и не понял. Ой, блин, на двух колесах. Отлично. Половину трассы уже проехали. Хотя эту трассу вообще не звучал. Мы просто ее скачали и сразу начали записывать. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это прикол, это было сильно. Давай, 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 догоняй, ты сможешь, я в тебя верю. Но я останавливаться не буду, потому что у нас сегодня гонки очень агрессивные. Пацаны как психи себя ведут. Толкаются, ломают все. Я знал, что буду первым, потому что любые гонки, когда мы играем, я обычно первый приезжаю. Ой, занесло. Йоу. Тихо, тихо, тихо. Но как-то на склоне плохо едет. Да ё-моё, машина, не психуй. Так, тихо, тихо, да что ж ее кидает так, а? Собой. Сзади никого нету. Отлично, ребят, я первый еду, все хорошо. Смотрите до конца, потому что в конце у нас будут гонки вообще на любых машинах. Вот тогда будет очень весело. Ну что, пацаны, я первый приехал, так получается? Бродяга еще не приехал. Бродяга, ты где там уже? А я вижу, едет на инвалидке своей. Давай, быстрее, быстрее, жми с шифтом. Моя едет. Бум, извини, обстоятельства, да? Ну что, я нажал кнопку. Нет, подождите. Давай, 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 успеешь. Полетели, полетели. Ах ты псих. Ребята, давайте покажем. Тоже все-таки у нас лучший гонщик. Будем жать сейчас на всю, что эта машина может. Улетел, улетел, ребят, ну что. Как говорится, худший гонщик всегда позади. Лучший впереди. Да, у него машина может и классная, и крутая, но надо уметь же управлять этой машиной. Это раз. То, что я его сейчас обгоню, это два. Ну, смотрите, хорошо. Ой, я еще третий, думал, я первый еду. Нифига себе. А, ну пошел в жопу на Макларе. Хорошая трасса, хорошая. Прям на умение надо ехать. Так что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И каждый может с нами записать, заходите в Дискорд, ссылочка в описании. А тут самая лучшая машина, которая на гаражах. А теперь я покажу, ребята, кто из нас быстрее. Ровная дорога, пошли. Бей его в жопу. В жопу бей себя, а я просто лечу первый. Прощайте, господа. Это было сильно. Прям увалил вообще. Тихо, тихо, тихо. Шифтом надо жать, потому что только так я могу лететь. Да. Я вырвался вперед. А вы что, там попадали, пацаны? А, да, мы не допустим, у нас шифт нет. Поэтому я всегда беру с мафии машины. Она очень управляема, во-первых. Можно и с шифтом хорошо ускорение. Прям очень сильно прилет. Вообще, ну, Симфис. Есть быстрее тачка. Да я знаю, есть, но надо водителем быть хорошим. Я еду, будем. Давайте я отсчитаю. 3, 2, 1, 0. Пуск. Не пуск, а старт. Так, пусть едут все впереди, а я сзади буду.
Так, так, так. Сейчас кто-то начнет косячить, и мы сейчас будем просто обгонять их. Так, нормально, нормально, нормально. Летим, летим. Так, пропускаем вперед. Трасса большая, время есть, когда вырываться нам. Сейчас мы где-нибудь тут шифт прожмем, пацаны все будут позади просто. Тихо, тихо. Этот псих на белой машине толкает всех. И меня, нет. Ах ты. Извиняюсь. Да какой извиняюсь? Ты мне машину новую перевернул. Обстоятельства, Димас, обстоятельства. Я уже понял. Без лоха и жизнь плоха. Давай, машина аж заглохла, бедненькая. Будем догонять, ребята, летим со всей силы. Я второй еду. Я третий. Неужели я эту гонку там запарю? О, а да. Меня все выкидывают в карты. Минус окрыл наш. Лети, я просто разгон. Лечу нас, ребята, настолько быстро, насколько это возможно. Димас, меня не догонишь никогда. Не говори никогда, никогда. Никогда. Хорош, хорош. Я первым еду. Это твоя радость, знаешь, такое себе. Радуйся, пока есть время. 150. Сейчас кто-то на белой машине запорит, и я его просто обгоню. Смотрите, малейший его косяк. Смотри, я уже финишировал. Вау, я финишировал. Блин, неужели в этот раз машина у тебя была очень быстрая, да? У меня, да. А на какой машине ты ездил в этот раз? Да, это на мафии. С мафии, да? Да, да. А нет. Какая машина была, я так и не понял у тебя. А с Мич 34. Да, а получается, какой я приехал, второй или третий? На. Ой, хорош, хорош машинка. Ну что, вы, пацаны, готовы? Да. Так, сейчас. 3, 2, 1. Пуск. Извините, фальшстарт, пацаны, обстоятельства. Ладно, ладно, ладно. Я остановлюсь, давайте, чтобы было по-честному, пусть обгоняет все меня. Обгоняйте, обгоняйте. Димас, это просто гонка каких-то... Да ладно, нифига себе мы струячим, смотрите. 85, в поворот. Извиняюсь, обстоятельства. Хорош, хорош. Одно место, слушай. Димас, на какой позиции? Второй. Я еду за белым. Тут белый что-то начинает косячить. Давай, хорош. Я на желтом. Ты видишь, да, меня? Да, я тебя вижу. Я сзади на бирюзовом. Не, ну на грузовиках тоже, да, смотри, прикольно вообще получается. Пойдет. Я на третьей позиции. Только шины шелестят. Нет, я уже финишировал. Да, не, никто не финишировал. Я вон первый. Я вырвался, ребята. Я вырвался. Прощай, щенок. Отвали, падла. Фух, это было рядом. Это было рядом. Отвали. О, спасибо за ускорение. Спасибо тебе. Блин, ё-моё. Газуй, 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 Димка. Отлично. Никто не допрыгнет, ребята, никто. Это трындец. А что, получается, мы запороли карту эту или что? Да. Нет, я еще еду. Да все попадают. Мы все запорим, потому что никто не допрыгнет. Да, я и не... Я даже что-то не догадался до этого, что мы не допрыгнем. Почти. А куда ехать? Я не знаю. Вот я еду по низу куда-то. Бесполезно, Димас. По низу ты не проедешь, Димас. Я пытался. Там нету дороги. Ну что, вы готовы? Да. 3, 2. Ой. Извини, так бывает. Да стойте, стойте, фальстарт. Все, погнали. Подождите. Извини, обстоятельства. Погнали, погнали. Ладно, пацаны, мы отдельно поедем. 3, 2, 1. Пуск. Полетели. Мы и тех догоним, они же на инвалидках каких-то едут. Да, да, конечно, а сам-то. Не, так у меня вообще Запорожье. Зеленый же быстрее едет, ты же не знал? У меня тоже зеленый. А, блин, вы это выхватили тоже, да? Как вы, они все зеленые. Смотри, как Запорожье сделает машину с Мафией 2. Просто как стоячую. Пошел вот сюда. Ну, отлично. Один свалился на бочину. Опа. Нам это на руку. Так, едем. Хорошо жмет вообще. Мне нравится эта машина. Хорош. Соточку вообще наваливает. Я первый еду. Я прям за тобой еду. Я третий еду. Димас где-то четвертый, наверное. А я еду, Димас. Еду, пацаны, не ссыте. Ой, я сзади. Это надо тут хорошо набрать скорость. Скажи, что ты четвертый. Допрыгнул. Допрыгнул, да? Запорожье. Да, Запорожье запрыгнул. Ю-ху. Спокойно.
Блин, прикольно. Это было так на грани того, что можно не допрыгнуть. Да неужели сегодня все наравне едут? Может, там машина, да, хорошо управляется? Да-да-да, она вообще... Вообще четко. Надо было ее прыгать. Я тут и четвертый едешь. Я шестой. Извините, обстоятельства. Лох. Видите, как машина одна и та же, а гонщик уже другой. Первый. Я еду, видишь? Ну, блин. Какой я приехал, интересно? Я третий, ой, я второй. Третий. Бум! Вот это увалил! Вот такие вот гонки. Я, получается, первые гонки победил, а последние гонки ничья. Короче, проиграл. Ребята, если вам понравилась эта серия, эти гонки, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Прощайте! Пока. Всем пока, ребята! Да ё-моё, бомба! Delicious.